будет выполнять поручения президента Путина. Об этом белорусский президент напомнил российскому премьеру в беседе с «Глазу на глаз». Я почувствовал безответственность с вашей стороны, потому что все-таки там же принимались эти идеи. Но зависит от России здесь сейчас. Поэтому я увидел эту конструктивную позицию. Мне кажется, что и по транспорту в этом году мы примем решение, и по энергетике в будущем году, и по продовольственной безопасности, поскольку ну, это вызов нынешнего времени. Никуда не денемся. Поэтому мне нравится вот этот конструктивный ход обсуждения этих вопросов. Все равно мы... То, что сейчас мы приступили к рассмотрению всех этих проблем на практическом, деловом уровне, это хороший сигнал к тому, чтобы видеть на постсоветском пространстве энергичное, эффективное развитие, с тем, чтобы наши экономики были конкурентоспособными, с тем, чтобы они получали наибольшую выгоду от естественных преимуществ наших общих систем, доставшихся нам еще и от Советского Союза. Имею в виду, прежде всего, энергетическую систему, транспортную инфраструктуру, связь, да и военно-техническое сотрудничество. Отдельно на этой встрече обсуждали союзные отношения Беларуси и России. По мнению Александра Лукашенко, проблем в них нет. Все работает эффективно, и сегодня страны могут выходить на более серьезные решения. Эта двусторонняя встреча на саммите была не единственной. Отношения Беларуси и Туркменистана Лукашенко обсуждал с тамошним вице-премьером. И через него туркменскому президенту передал приглашение.